деревня Ржавчина. Поппи Бом, оно крестьянин. Ты можешь поверить этим парням? Они продолжают говорить о том, любят ли они путешествовать. Но они даже никогда не покидали деревню. Я не могу им поверить. Невероятно. Тум. Привет. Мы как раз обсуждали, куда бы нам хотелось поехать. Бамп упоминал место под названием Храмовые сады. Он говорит, что великие каменные башни возвышаются высоко над землей. Он также сказал, что по слухам, среди башен спрятана странная сила. Та, что работает и как атака, и как прыжок. В любом случае, когда я вырасту, то поеду туда. Привет. Меня зовут Бамп. Я люблю путешествовать. Что ж, вообще-то, не говори другим, но сам я никогда никуда не ездил. Вот мой старший брат везде попутешествовал. И в своих путешествиях он находит все возможные сокровища. Собственно говоря, он очень успешно торгуется. Его зовут Бурок. Если ты повстречаешь его в своих путешествиях, передай ему привет от меня. Так, а это нам сказало про вот это умение. То есть и прыжок, и атака. Мое сердце. Барри. Анук Воин. Привет, меченосец. Ты выглядишь так, как будто тебя избили. А потом еще раз. Меня зовут Барри. Совсем как ты, я блуждал по этой земле. Сражался и искал приключения. Долгое время это было всем, что имело значение. Но затем я встретил кое-кого особенного. Ее зовут Ини, яростный воин вроде меня. Ты когда-нибудь был влюблен? Думаешь, это оно? У тебя есть совет по этому поводу? Я провожу весь день, думая о ней. Если бы у меня было что-нибудь, что я мог бы ей дать, чтобы выразить свои чувства. Обычное здание, любовь в воздухе. Так, что нам надо дать? Это ощущение внутри. Если бы у меня было что-нибудь... Роза? Как я мог не подумать об этом? Пожалуйста, меченосец, можешь отдать его мне? По рукам. Спасибо. Я очень ценю это. Я дам эту розу Ине и расскажу ей о своих чувствах. Пожелай мне удачи. Пожалуйста, вернись позже и разыщи меня. Так я смогу рассказать тебе, как идут дела. Обновленный. Лучше, конечно, не рассказывать. Любовь любит тишину. Ну и счастье в целом. Паулали, композитор. Привет. Разрешите представиться. Я великий Паулали. Красивейший, поразительный, невероятный, впечатляющий и величайший композитор всей Пенумбры. Тем не менее, великая печаль наполняет меня. Видишь ли, мои музыканты разозлились на меня. Представляю, как им должно быть тяжело, работая с таким гением, как я. Впрочем, я поступил неправильно и должен извиниться. Пожалуйста, незнакомец, возьми это письмо и покажи его моим коллегам-музыкантам. Письмо с извинениями. Письмо, написанное Паулали, с извинением перед коллегами-музыкантами. 4 штуки. Обычное задание, песни богов. Эти бумаги. Мон, менеджер агентства недвижимости Он Рома. Этот парень со свечой Коди. Проклятие. Прости. Я сегодня не в настроении. Меня зовут Мон. Я управляю агентством недвижимости Он Рома. Но в последнее время у меня была большая проблема. Видишь ли, этот парень Коди украл ключи от одного из наших домов у озера. А теперь, кажется, я нигде не могу его найти. В законах деревни Ржавчины значится, что если ты будешь держать ключ от дома на протяжении 10 дней, он становится твоим. Так что ты видишь, почему я схожу с ума? Этот маленький негодяй. Могу я попросить тебя разыскать его для меня? Ну, пожалуйста. Грязное дело. Где этот парень? Он всегда держал в руке свечу. Его все еще никто не видел. Он смеется надо мной? Над великим Моном смеются? Так, мы же его разыскали. Мы же знаем, где он. Ладно, надо, видимо, второй раз к нему подойти.
Зачем вам две двери? Хинео, создатель очков. Привет, здорово, доброе утро. Здорово. Я Хинео, рад нашей встрече. Я создатель очков. Я работаю над кое-чем суперсекретным. Он еще не совсем готов. Но мой мальчик, когда придет время, тебя непременно ждет сюрприз. Не надо ждать. Уже сюрприз сделал. Зевок. Подъем. Какой-то компьютерный гений. Сколебли. Руда. Так, эмоция. Аплодисменты. Последняя эмоция. Обожаю руду. Кин, владелец Кинбанк. Привет, я Кин, король банковского дела. Ха-ха. Сэр, вы знаете о новых картах Кинбанка? Нет. Вы знаете о новых акциях Кинбанка? Нет. Полегче там, без паники. Кин прибыл. Ты хорошо слышал, мой друг. С Кинбанк Экспресс в ожидании патента вы можете сохранять руду в любой точке мира. Повсюду. Банкомат с нашим логотипом появится очень скоро. Кинбанк желает тебе отличного дня. И помни, руда в банке приносит мне руду. Тьфу ты, приносит тебе руду. Ух ты, это было близко. Совсем без палева. Давайте чуть-чуть возьму. 50 руды. Хино, щитоносец? Я так напуган. Дженкс свихнулся от этого меча. Он настаивает, чтобы мы играли в битву. Но мне страшно, на самом деле я не хочу. Хотел бы я, чтобы дядя Барри не дал нам это оружие. Не бойся. Дженк, будущий меченосец, возьми это. А, у меня вполне неплохая техника, да? Дядя Барри обучил меня этим приемам. Когда-нибудь я стану великим меченосцем. Я с нетерпением жду нашей будущей дуэли. А. Эй, привет. Хочет говорить. Боли. Это больно, очень больно. Нуна, богатый оноп. Помоги мне, пожалуйста, я хочу к маме. Кстати, нет ничего постыдного в том, что взрослый мужчина зовет свою маму. Послушай, я богат. Если ты поможешь мне облегчить боль в моем животе, я вознагражу тебя за это. Умоляю тебя. Больно, мой живот. Обычное задание «Боль Нуна». Пожалуйста, мой друг, помоги облегчить мою боль. У меня, видимо, ничего нет. Стало легче. Так, с тобой что-нибудь скажешь? Я дам эту розу Ине. Вернись позже. Наш лифт. Композитор. Мы вроде все обижали. Пять. Так, вот здесь мы не были. Это было благородно, то, что ты сделал там. Помог тем двум одиноким работницам фабрики пара. Но, воин, послушай, что я скажу. Порча фабрики пара появилась не случайно. Даже если ты победил тени, скрывающиеся там. Больше темной силы тянется к этому месту, пока мы говорим. Глубоко внутри фабрики пара, один из трех лордов тени ждет тебя. Сила, которая проходит через это место, держит его в заперти в секретной комнате. Если его не остановить, теневые существа вернутся и уничтожат это место. Возьми этот ключ.
он откроет путь к лорду Тени. Ты должен уничтожить его. Эта деревня и сама Пенумбра зависит от тебя. Удачи, воин. Мы еще встретимся. Ключ пламени. Очень загадочный и вызывающий странные чувства ключ. Эту дверь мы видели. Так, не знаю, куда это ведет. Посмотрим, что у нас в центре. Так, в центре ничего. Так, это куда показывается? Так, на крыше кто-то есть. Потом посмотрим, кто там на крыше. Смотрели. Духи. Поти, подозрительный владелец магазина. Хе-хе. Приветствую, пошатитель. Пожалуйста, зови меня Поти. Хе-хе. Я говорить о многом. И у меня очень низкие цены. Хе-хе. Теперь хочешь увидеть мой инвентарь? Купить. Пожалуйста, взгляни. Братья Анопы. Увеличивают дальность бега по стенам. Неплохо. Мой ужасный. Увеличивает высоту круговой атаки. Отлично. Заклинатели тени. Пропитанные душами жертв черной тени, эти мечи накладывают ужасное проклятие на тех, кому они наносят урон. Плюс 42. Так, ну 42 это, да, много. Мешок Хира. Экстраординарный мешок вмещает до 15 тысяч руды. Стоит 9. Так, надо посмотреть, сколько у нас там этих ячеек свободных. Одна. Мы можем, если что, убрать. Дальность атаки не так важна. Тройную оставляем. Скорость оставляем. Побранные руды можно убрать. Дальность рывка нельзя. Увеличивает наносимый мечом урон во время атаки в воздухе. Тоже можно убрать. Два. Три. Три можно убрать. И одна свободная. То есть у нас четыре есть. Так, мы возьмем дальность бега по стенам, это пригодится. Увеличивает высоту круговой. Берем. Так, плюс 42, но это не так важно. Продать надо. Прощай, ему не продать. Не вижу. Из руда. Так, это мы еще не использовали. Рядышком. Тыквоголовый. Жуткий злой повелитель тыков. Ника. Посмотрим. Так, здесь получается так, ключевые уже. Вторая ячейка. Не ячейка, а раздел второй. Так, там 42 дает меч. Поменять обратно. Тыквоголовый. Ну, в целом прикольно. А нет. Ну, по классике.
Так что мы можем сделать? Какая-то здесь, наверное, не было. А должны спускаться. Так, быстренько спустимся вниз. Микрофон отключился случайно. Вот это умение хорошее. Их душа. Прыгаем очень высоко. Так, мы, значит, вернулись сюда. Деревня Ржавчина. Нет, а нам надо все-таки вниз тогда. Счастлив. Эй, приятно снова тебя видеть. Ты можешь в это поверить? Наконец-то у меня хватило смелости рассказать Ине о своих чувствах. И знаешь что? Она утаила, что я ей тоже понравился. И даже не ее даже не волновала Роза. И теперь я отец. Мы, Анопы, размножаемся довольно быстро. Я так счастлив. Спасибо тебе, мой друг. Я больше не буду искать приключений. Мои боевые дни сочтены. Я хочу, чтобы ты это принял. Защитники Кина. Пара традиционных анопских мечей, которые когда-то принадлежали Барри. Завершено. Любовь в воздухе. Так, что ты там нам подарил? Плюс 40. Хорошо, спасибо. Для этих ворот нужен ключ пламени. Используйте ключ пламени. Да. Комната огня.
активировать. Сирион, лорд огня. Так, как тебя бить-то? Так будет долго. Так, видимо, надо тебе по голове стучать. Стадии. Так. А ну хорошо, ХП осталось маленьким у него. В целом можно и падать. Так, я нажал лечение, но он не успевает. Вот, успел. Еще одно надо. Не успел. Успел. Так, урон не проходит. Телепорт. Храм богов. Так, с огненным разобрались. Пойдем искать следующих. Так, игра у нас вылетела. Поэтому, где появимся, там появимся. Скорее всего, уже будет после босса.
на всякий случай проверим. Потому что всякое может быть. Хотя на иконке загрузки уже было 3 босса поверженных. По идее, там уже должно быть открыто. Да, он же светится. С этим мы уже разобрались. Так, обратно мы. Далековато. Отправимся, не знаю, как она называется, река, фабрика, тайные туннели, башня огня. Так, башня огня. Мне надо в ледяную, где вот эта тундра. Я не помню, у нас там и нету, кстати, вспомнил, это последняя, которая отсутствует, статуя. Она должна быть там. Это не то. Так, туда добраться можно, в принципе, из... Так, ну, из города, да. Только бы вспомнить, откуда. Так, это, по-моему, не то. Не то. Так, здесь тоже. Там может быть что-то. Возможно, там внизу. Заброшенный путь. Оно.